сразу вниз. Куда хочешь. А, ни в кого не никто не спускается. В принципе. Цели подтверждены. Уничтожьте. Прикольно. Слышишь, пустой этот. Крыша пустая почти. Я пошел в этот маленький домик. Маленький домик? Ну, он где? Возле воды. Денег. Ага, бегу. Будь аккуратен. Я возможно нашел. Послышалось, но на магазине. Газ движется. Да, есть. Оп. Тебе сверху. Вот и все. А ты что, специалиста нашел? Да, или я же сказал. Ебать, я. Ну, я этого не слышал, просто я сегодня с типом тоже играл, у него баф это желтый. Это, я еще ни разу не. С обновлением, что ли, вышел? Не знаю, возможно. Есть, лаба, 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 лаба. Ну, он тебя не видел, можешь покупать. Думаешь? Он только что зашел. Да, я. А где? А где посылка? А, фу, боже мой, 8000 стоит. 10. 8 я только что покупал. Устанавливаю мину. А, может с этой? Как его? Дешевле? А, да-да-да, 10. Да, 19 метров. Приближается газ. Обозначена новая крыша, безопасная крыша. Зона. Без брони. Спустился. Меня сзади в спину это смотрят. Он? И второй спустился. Заходи, вонут. Спину? Длина, что ли? Да-да-да. Не, не длина, а вот справа теперь. Да-да-да, на длине есть. Одинок у меня. Мы ранены! Ты на длине убил, да? Да-да, с длины, чувака. У них работает БПЛА! Я уже забыл название. Меня на крыше. Не на... И на самом верхнем этаже. На крыше здесь. Двое на крыше. На крыше чего? А, химии? Химия. А, вижу. Границы без брони. Опасные зоны смещаются. Вижу крышу. Шесть. Ух ты, ёп! По нам стреляют! Снайпер. Пошли, я ушел. Ах, сука. Не выброни. Тут есть бронь.
валяется. Че, пошли в призон, наверное, че? Или здесь пошли брони. Химию закроем? Идем. Что ли? А, не, светится. 14. Последний транспорт уже заправляется. Пора закончить этот бой. Облако газа расширяется. Безопасная зона они теперь в другом месте. Люком шли сюда. Наверное. Угу. Один только светится. Блять, дай бог попасть. Может, он упадет сейчас просто? Он что, пошел что ли? Нет, он с каким-то пулеметом что ли. Смотри, этот, он может спрыгнуть в спину. А давай выйдем отсюда, да пошли вы туда дальше. Ух ты, ёпта. Он... Ух, крыса! Добить! Ещё приземлились. А чё, гулака не будешь? Гулак закрыт. Другой. Ой. Мо, ебать. Это эти же. Да, шприц тебе сейчас это. Я как его, блядь, вытянул. Отмечаю новую безопасную зону. Это фара, она вблизи тоже хорошо. Осталось 10. Продолжаем атаку. 7. Стрельба. Это и те же, которые были на крыше. Да. У них работает БП. Нам надо вот сюда, думаю. Меняем позицию. Ну, ты там пока полутайся, там. Я попробую селф. Здесь торговец. И тебе на сам. Покупай. Деньги скинул внутри. Да. Мы нашли деньги. А я не могу, он 5. А, он 5000 стоит, блядь. Они сейчас с призона все идут. Какие, сука, крысы сидели в этом? Первые. Призон надо подзакрыть. Я вижу тут до хера. Ой, меня смотрят. Да, от с призона смотрели. Один? Где ракетница стоит? Тут не только где ракетница. Три команды осталось. У меня на крыше есть. Противник отслеживает ваши координаты. Подо мной. Они начали кластерную бомбардировку. Авик. Газ приближается. Отмечаю новую безопасную зону. А, 2-2. Они под нами. Подожди, не спеши. Один без брони. Один в ноке. Уходит другой. Нок еще раз. Есть попадание. Отличная работа. Они даже опомнят. Ебать. Я тут бесполезно прицепил. Что? Что творится? А чё такая фара, ебать, сбивает, нахуй? А чё, может записать всё-таки эту катку железа, всё-таки, как бы...
Я пока не понимаю, что ты говоришь. Думаю, может записать катку. Запись катки — это одно нажатие кнопки. Если ты чувствуешь, что ее надо записать, то ее записывай.